Здравствуйте, товарищи. Хочу обратиться к рабочим завода УГМК «Сталь» города Тюмени, а в особенности тем, кто является членом профсоюза «Металлурги Тюмени». Многие наши товарищи говорят о необходимости широкого освещения борьбы за отстаивание интересов и прав рабочих данного предприятия. Но как таковой ее борьбы, к сожалению, на данный момент нет. Разве что лично в судах за восстановление нарушенных работодателем прав. Но ведь эта борьба зарождается, есть начало и есть даже результат. Ну, повысили зарплату на 14%, насколько мне известно. Впервые за несколько лет дали премию ко дню металлурга 50% от среднего. Вот только этой премии не увидали самые активные борцы. Товарищи Дмитриев и Якимов. А Якимова Евгения Александровича, подручного сталевара, сопредседателя профсоюза металлурги Тюмени, еще и от работы отстранили. За несдачу экзаменов по охране труда. Как это? 10 лет человек сдавал, а тут сдать 3 раза подряд не может. Но ведь все же прекрасно понимают, что делается это специально. Специально товарища Якимова лишают средств существования. Хотят, чтобы он уволился с завода. Но лишают не только его, а его семью. У него 3 несовершеннолетних детей, которых ему необходимо обеспечивать. Ну а вы? А вы смотрите, как его долбят, и ждете, выживет или не выживет. А вдруг сбежит, поджав хвост. А вдруг не сбежит. И никто даже не пытается помочь своему коллеге, товарищу и другу, который своими действиями, предполагая подобные последствия, но не страшась их, привел к тому, что администрация предприятия начала подкидывать вам косточки. Да, работодатель начал вас задабривать, чтобы вы вдруг не осознали силу и мощь в объединении, в сплоченных коллективных действиях. И вот он, результат-то, начала вот этой борьбы. Нет, не подачки вот этой. Вот. Это, конечно, тоже хорошо, что там что-то прибавилось. Оно, конечно, не перекрывает уровень инфляции. Вот. Но результат-то заключается в том, что они показали вам то, чего они боятся, как черт ладана. Боятся они того, что вы организуетесь и начнете добиваться своих интересов. К чему вас призывал и призывает товарищ Якимов? К чему вас призывают все члены Рабочей партии России? Объединяйтесь, организовывайтесь и боритесь за свои интересы вместе, сплоченно, коллективно, заодно. А иначе почему они препятствуют нам распространять газету нашу у проходной вашего завода? Они там как вьются, как черти в рукомойниках. Вы посмотрите на них. На Байгазина, на этого, на Ястребова. Вот. Ну, они выполняют, конечно, свою роль, им сказано, они работают. Вот. Но вы-то же видите вот этот парадокс, да? То есть они стараются пресечь вас от объединения. Вот. И тем самым они показывают вам то, что это пойдет на вашу же пользу. Что это действительно реальная возможность добиваться улучшения условий труда, включая сокращение рабочего времени с увеличением реального содержания заработной платы до минимума, как до стоимости рабочей силы. Вот поэтому они и пытаются выжить товарища Якимова с завода. Ну, я думаю, у них ничего не получится. Вот. И поэтому вы должны его защитить, должны помочь своему товарищу. Тому, кто всегда стоит горой за интересы всего рабочего коллектива, за интересы каждого из вас. Ну, что для этого необходимо сделать? Ну, свяжитесь с ним,
Обсудите с ним вместе, коллективно, встретитесь, переговорите, что нужно для этого дальше делать, чтобы подобное прекратить. Нужны действия, реальные действия и коллективные действия. Вот. Не просто там похлопать по плечу, что давай, Женек, крепись, мы с тобой, ну ты пойми, у нас там кредиты, ипотеки, мы кормильцы, вот, поэтому мы вот как-то вот сторонки понаблюдаем. Ну а что, у Якимова не так, что ли? У него точно такая же ситуация. Но несмотря на это, он не боится ввязываться в эту борьбу. И заднюю-то он не сдает. Да, он сейчас загружен этими судами, конечно. Да, он сейчас загружен тем, что ему необходимо как-то обеспечивать свою семью. Да, потому что он уже 2 месяца не работает и, соответственно, не получает зарплаты. Вот. Ну, я все-таки думаю, что вы все это обмозгуете, вот, свяжетесь с Евгением Александровичем для координации дальнейших действий. Вот. Ну, я уверен в силе и мощи вашей солидарности, вашего коллективного духа. Надеюсь, и вы это осознаете тоже. Я желаю вам успехов, товарищи металлурги, в вашей борьбе за ваши коренные интересы, за сокращение рабочего времени с увеличением реального содержания заработной платы. Спасибо.